Здравствуйте, дорогие дачники! Я приветствую вас на своем канале «Сад чудес». И сегодня мы поговорим об анемонах. У меня было куплено 3 упаковочки несколько лет тому назад. И с тех пор я их сажаю каждый год, храню в холодильнике. Вот сейчас я их вытащила и покажу, что я с ними делаю. Это очень благодарный цветочек. Он красиво цветет, цветет долго. Я сажаю обычно к розам рядышком. Они очень красиво смотрятся вместе с розой и радуют меня все лето. Сейчас я вам покажу свои анемонки. Вот видите, я их вытащила из холодильника. Вот они у меня лежат на бумажечке. И сейчас я их положу в марганцовочку. Вот видите, я развела марганцовочку. И вот в этой марганцовочке я подержу их где-то минут 20-30. А затем я вам покажу, что я с ними делаю. Вот я положила в марганцовочку их. Они полежат 20-30 минут. Я их так немножечко буду перемешивать, чтобы они все были сырые. А затем я их выну и положу на салфеточку. Прошло 30 минут. Я их вынула, положила на салфеточку. И так они полежат еще несколько часов, когда я поеду на дачу и захвачу их с собой, чтобы посадить. Я ни в чем больше не замачиваю, ни в эпине, ни в каком другом стимуляторе. Я всегда замачиваю в марганцовке. Я делаю это много лет. Все хорошо растет. И я нового ничего не применяю. Потому как, вот говорят на других каналах, что если только одну-две капли на литр воды, а если больше, то тогда можно вообще загубить. И поэтому я решила не пользоваться, только в марганцовке держу. Этого достаточно. Так как я сажаю давно эти анемонки, они, конечно, стали уже большие луковички некоторые, большие. И я легко узнаю, конечно, где донцы, где вверх, потому что там у меня не срезанные еще эти, видите, какие. Там есть вот корешки. Корешки вот есть, видите, я знаю, что это нижняя часть, а это вот верхняя часть. А вообще, значит, широкая часть должна быть вверху, если вы только что купили, а остренькая часть – это низ. Когда будете сажать, постарайтесь не перепутать, чтобы у вас все нормально взошло и было правильно посажено. Теперь они у меня вот полежат. Чуть-чуть на влажной салфеточке, с них стекла вода на салфеточку. Салфеточка стала влажная. Ну, это хорошо. Им еще несколько часов так полежать. И затем я их посажу в землю. Покажу, как я сажаю. А вот я их посадила, анемонки, посадила. И присыплю их землей. Вот этой вот землей. Вилтер.
Начинается дождик. Коза присыплю анемонки. Поливать не буду. Все, присыпала их земелькой анемонки. Видите, хорошо стало. Вот кругом я розочки посадила. Кругом обсыпала всю земелькой. Поливать не стала. Потому что дождик, во-первых. Во-вторых, все равно я не поливаю. Они не очень любят сырость. Всего доброго, мои дорогие дачники. Успехов вам. До следующей встречи. Заходите на мой канал «Сад чудес». Пока!